Всем привет, я Никита. Сегодня я расскажу вам о стальных трубчатых радиаторах от компании КЗТО, а конкретно о гармонии. Модель гармонь. Поехали. Радиаторы серии «Гармонь» — это уникальное инженерное достижение. Особенностью этих радиаторов является то, что они состоят из трубок с двойной стенкой. Они имеют внутреннюю полость, которая обеспечивает дополнительную циркуляцию воздуха, что увеличивает теплоотдачу. Диаметр трубы 51 мм. Они бывают разных типов — «Гармония-1» и «Гармония-2». С одной трубкой и с двумя трубками, соответственно. Могут быть низкими, могут быть вертикальными, а могут быть горизонтальными. Есть модифицированные версии гармонии А и С. Обе запаяны. А запаяна просто запаяна, С с такой выпуклостью. Также есть вариации с диаметром. Толстая – 40, тонкая – 25. И А, и С могут быть и 40, и 25 мм. В отличие от обычной гармонии, которая только 51. Все радиаторы сделаны из высококачественной стали, с учетом особенностей российских условий эксплуатации, что гарантирует их долговечность и надежность. Каждый радиатор проходит проверку на прочность, и производитель дает гарантию на 5 лет. Они могут быть как угловыми, так и радиусными, и все можно покрасить в любой цвет. Дизайнеры интерьеров не просто так остановили свое внимание на радиаторах «Гармонь» производства КЗТО. Широкий ассортимент модификаций, мощная теплоотдача и стильная форма в одном радиаторе – это не сказка. Подробнее о радиаторах КЗТО вы можете узнать на сайте.